Бабушка, а когда наша елочка станет большой? Чтобы она выросла хотя бы 3 метра, нам придется ждать более 20 лет. Так медленно растет, к этому времени я буду большой. Да, а еще она может прожить до 300 лет и вырастет могучим деревом. А сколько пользы будет нести твоя елочка? Расскажи! Мы, люди и животные, зависим от этих деревьев. Они живые и чувствуют все вокруг. Деревья очищают воздух, выделяя кислород. Какие деревья полезные! Да, а еще зимой почти все деревья впадают в спячку. И воздух очищают только хвойные деревья, такие как твоя елочка. Она будет усердно стараться круглый год. Ух ты! Деревья нужно беречь!